мы к ним пристаем? Привет. Привет. Ты просто такая общительная девушка. Не, с тобой здоровость, ты такая, никакой реакции вообще. Это, мне кажется, вишневые кожаные штаны, они влияют на поведение девушек, как только... Блин, меня сейчас... Блин, что ж такое-то, господи, подожди секунду. Ребят, что-то не так. Мы сейчас разгребаемся, я же вам сказал. А сейчас что, я с девушкой познакомлю. При этом на камеру. Акции. Смотрите, у нас как бы закрываются лица и так далее. У нас просто социальный эксперимент, ничего не нарушаем, все трезвые, никто не бухой, ничего, ребят. Вот этот вот тренинг у вас просто личности, да? Да. А о чем он вообще у вас? Нам просят, чтобы мы узнали суть. Мы делаем какие-то задания, там, допустим, там спеть, там где-то там, не знаю, стишок рассказать там при людях. Там, как бы, подойти к человеку. Внутренние страхи. Да, да. Подойти к человеку, там, не знаю, что-нибудь там у него попросить. А может быть, у вас пикап? Нет. А пикап уголовно наказуем сейчас или что? Просто я хочу. Что побороть? Все нормально, просто чувак. Просто так и называйте вещи свои. Не, ну просто не, как бы нет. У нас не только пикап. То есть у нас есть задания, связанные с женщинами, да, но в принципе как бы все направлено на ощущение себя в социуме. А вообще от кого или что вообще, что ну, как бы я организатор тренинга, да. То есть вы ходите, предлагаете людям спеть, да, там что предлагаем? Ну, там, спеть там что-то, да? Ну, там, да, у нас люди спички продают поштучно, там, допустим, подходят, говорят, здрасте, купите спички. Ну, там много чего такого. То есть какие-то вещи на раскрепощение людей. То есть, чтобы раскрепощать себя, да? Да, потому что есть люди, у которых, несмотря на да, наше время, свободно как бы, общаться не могут. Да. Сейчас... Мы не первый, не последний. Что? Мы сейчас как бы здесь, да? Вот. Не, мы сейчас разгребаемся, то есть мы, чтобы не толпились, мы, потому что на толпы люди реагируют тоже странно. Мы там делимся по 5, по 7 человек и там, допустим, разъезжаемся. Кто-то едет в парк, кто-то тут, кто-то там на Арбат и так далее. У вас сейчас именно здесь сколько человек? Не знаю, мы уже разошлись. Нет, ребят, вы говорите, кто-то ребят, в парке, кто-то здесь. Все нормально. Да тихо ты, сейчас, я сейчас понимаю, человек... Все под контролем. Мужик, да что ты с вами корками? Все нормально. Подожди, смотрите. Что все нормально? Пенсионное удостоверение сотрудников. Не суть, подожди, не мешайте. Смотрите, сейчас уже народ разбрелся в основном. Вот именно, вы говорите, разделились по там, парам, да, там по 5, по 7 человек. Здесь вас сейчас... Я не знаю, сколько нас здесь. Здесь мы сейчас идем до метро и уезжаем отсюда. Здесь вас не будет? Нет, не переживайте. Я же говорю, тут как бы ну не первый раз работаем, поэтому... Здесь никто кучковаться не будет. Просто надо знать то, что мне передать начальству, да, как бы. Ну, передайте, что никто люди, не бухой, да, не дебоширит ничего, ну, да. Дабы чтобы... не было дальнейших вызовов сюда. Да не будет, ну по нашему поводу точно нет. Я ну, знаю, у нас девушке как... Девушке не понравится, что... Слушайте, ну девушкам много чего не нравится пытаетесь в жизни, как бы. С ней общаться, а она подумает, что вы пытаетесь помогать. Господи, это же женщина. Что, что мы... Это женщина может так подумать. Ну так ладно, всего доброго, ребят, хорошо? Да, до свидания. Мы с тобой недообщались, кстати. Ты можешь на меня отвлечься? Вас милиция разыскивает? Не, просто мы тут собрались целой толпой, на самом деле. Ну, как бы у нас там некий флешмоб, а они подъехали. Сейчас у тебя волос, кстати, вот здесь. Они подъехали, да, и как бы мешают нам немножко работать. Привет, ты где? То есть ты возле Кремля самого Алло. Непосредственно, да? Аля. Ты возле Кремля, да? Да. Ну, смотри, Жень, давай это наберу через минуту смотри, тебя. Я Рыбку сейчас дожидаюсь, она должна подъехать 5 минут. И мы направляемся к тебе, и там потом уже через 15-20 минут подъедет. Я возле памятника Жукову, Манежная. Я здесь возле метро жду Аню. Ага. Да. Слушай, ну отвлекись на меня уже, наконец-то. Как тебя зовут? Лена. У тебя тоже какое-то здесь событие, что сейчас менты подъедут и будут тебя забирать? Меня Вова зовут, кстати. У тебя очень теплые руки такие. Жарко. А что, у вас мероприятие какое-то? А, да, мы просто с девочкой собрались сейчас пофотографироваться. А, типа я модель там, все такое, да? Ну. Очевидно. А я не знаю, ну сейчас как бы, знаешь, каждая вторая девушка, она модель, то есть по сути. Если...
думай, как считаешь тебе удобнее. Ну, неважно, как она называлась, лишь бы она хорошая девушка была. Потому что очень много знаю каких-то прыщавых, абсолютно стрёмных девушек, допустим. Нет, и там хорошая. Каждая вторая, допустим, я модель. Нет, я к тому, что это. Лишь бы она не зазнавалась. А-а-а. Сколько тебе лет? Это так важно? Для меня, да. Такие здоровые ресницы, как бы, они, наверное, это... Там какие-то специальные штуки, да, есть технологии по увеличению ресниц и так далее. Нет, это просто наклеила. Обычные ресницы. Леночка, ну а ты в Москве обитаешь вообще, да? А какая разница? Нет. Не, подожди, возможно, мне сейчас захочется тебе предложить там увидеться и попить чаю как-нибудь на неделе. То есть, как бы здесь, в принципе, коварных планов никаких нет в отношении тебя. Да? Я просто здесь уже 3,5 года как бы обитаю и могу тебя покатать вечером, показать тебе Москву. Я из Самары. А ты понаехали или ты в гости? Понаехали. То есть ты будешь здесь жить, да? 4 года уже. Так ты говоришь, я из Владивостока только приехала. Раньше меня. Ну, а я думал тебе показать Москву, то есть ты ее уже видела, да? Ну, значит, мы будем сидеть с тобой, пить чай и делать тебе кучу приятных штук. Делать мне кучу приятных штук. Ну, общаться с тобой, это не страшно, это как минимум приятно. Давай мы попробуем, просто на самом деле время идет, как бы, мне надо еще работать. Я тебе позвоню как-нибудь, ну... Я людям помогаю. В чем? В чем? Каждый помощь в чем? Возможно, кстати, а да. Чем? Я тебе потом расскажу при встрече. У меня очень секретная работа. Да ладно. ФСБ? Да. Если бы ФСБ, менты бы вот так не подъезжали. Давай, знаешь, как сделаем? Я тебя наберу как-нибудь это... Там, на недельке. То есть получится, увидимся. Потому что я еще уехать могу. И пока приеду, ты замуж выйдешь, наверное. Да, наверное. Ну, я была в Самаре, там в СПИ уже брелся. Я пиво не пью, к счастью. То есть пиво это осталось где-то в глубине, в молодости. Сейчас красное вино, люблю полусладкое. Хорошо. Давай я тебе позвоню как-нибудь. Когда тебе удобно звонить? Знаю, стоит ли давать. Я знаю, стоит. Да. Алло. Алло. Да. О, вот, вот я стою. Сейчас к памятнику подойду. Прям к самому памятнику. Давай? Давай. Давай, пока ты не подошла к памятнику. Нет, я буду тебе звонить. Я тебе позвоню один раз. Захочешь, увидимся. Нет, ладно, нет. Давай. Если что-то как-то, давай. Мне кажется, я тебя уговариваю. Может, не стоит тогда? Давай, может, Лена, я беру номер для того, чтобы тебе позвонить и увидеться. Если нет в планах, то, может быть, тогда это... Я думаю, с классным рыжим парнем есть смысл встретиться. Ладно, давай, 8-926. Не убегай только. 447. Все, давай. Тебе пока. Офигенского вечера. Спасибо. И хороших съемок, пока. А? Хочешь сказать, я не выключил, если что-то. Короче, это, а ты весь подход снимал? Да, да. Это был забавный трэш с господами из полиции. Слушайте, но... Как бы суть этого видео, наверное, в том, что ничего не должно вас отвлекать, да, или сбивать ваш внутренний настрой. Как бы не приезд полиции, не знаю, не падение метеорита вам на голову, ребят. Ну, как бы, если нравится девушка, надо брать. Хотя, в принципе, по общению что-то не особо, как бы, ну, есть шанс, что девка вызвонится, но, в принципе, я и не застрелюсь. Как бы, сейчас мы едем с группой, куда мы едем? Арбат. На Арбат, да, практиковать, пинать чуваков и, соответственно, делать парней лучше. Давайте увидимся, пока.